Добрий вечір. Це тема дня. На Миколаївщині закінчився місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Цей захід проходив по всій країні з 1 по 31 жовтня. І сьогодні час підбити підсумки. Це зробить наш сьогоднішній спікер. Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Юрій Ніколаєнко. Юрій Петровичу, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете поставити за телефоном 76-92-33. Юрію Петровичу, будь ласка, якими результатами ви можете поділитись сьогодні з нашими глядачами? Ну, тема нашої передачі – це ітоги проводимого мероприятия під названням «Добровольна здача оружия, боєприпасів, взрывчатих веществ». Закончилась она 31 октября, как вы сказали. И результаты, конечно же, есть. В этих результатах даже прослеживается положительная динамика. То есть люди проникаются значимостью этой операции и как бы уже более уверенней действуют в ситуации, если обнаруживают оружие, которое не стоит на учете. То есть, как правило, они обращаются в органы полиции с информацией либо в телефонном режиме, либо сами приходят и выдают оружие, которое не зарегистрированное. А скажите, будь ласка, сколько одиниць зброї и боеприпасов сдали миколаївці під час цього місячника? Всего за месяц проводимого мероприятия было сдано 303 единицы различного вида оружия. Это и нарезное, это и гладкоствольное, и газовое, и даже есть у нас одна единица армейского образца, то есть боевое оружие. Поліція предоставила нам відео, на якому можна побачити зброю, яку здавали громадяни під час місячника добровільної здачі зброї. Будь ласка, Юрію Петровичу, прокоментуйте. Ось ми бачимо рушниці, так? Да, на этом видео нам видно, что были сданы охотничьи гладкоствольные ружья. Если посмотреть ближе, то можно разобраться, что они уже непригодны к использованию. Видите, там изолентой перемотанные приклады, искривленные стволы. Также само находятся там и газовые пистолеты, и, по-моему, даже я вижу там одно травматическое спецсредство. Данное оружие сдано гражданам для дальнейшего уничтожения, потому что к использованию оно непригодно. То есть вся эта зброя, яку мы бачимо на экранах, и ваш співробітник нам ее показує, вона непригодна для того, щоб ею користуватись, так? Да, и ждет ее, конечно же, утилизация через, у нас есть специальная доменная печь, которая находится на заводе «Заря», и при пристальном внимании комиссии каждая единица оружия знищується, так? Переплавляется, да, в металл. Обов'язково при цьому повинен бути, спостерігати за цим процесом повинен працівник поліції, так? В комиссию входят сотрудники разных служб, это сотрудники Службы безпеки Украины, это и представители нацполиции, это и представители завода, там где происходит непосредственно плавка, и независимые эксперты. Если оружие не секретное, как бы это можно выразиться, то даже бывает случай, что приглашают журналистов и ведется съемка действительно, как это все происходит. Ось ми знову бачимо зброю, це в основному гладкоствольні. Вот сейчас инспектор демонстрирует, да, газовый пистолет, вернее револьвер, вот он барабан откидывает. И да, и там, по-моему, штук 6 или 7 гладкоствольных ружей. Ну, я говорю, что на первый такой оценивающий взгляд они все не могут быть использованы. Видите, там и ржавые, видать, где-то и в земле находились, а там при каких-то определенных действиях было доставлено, наверное, оно из земли там где-то или с погреба, может быть. И вся эта зброя, яку мы бачимо, вона підлягає утилізації, так? Да, да. Ее использовать невозможно, потому что технические характеристики ее не позволяют ее использовать.
Юрію Петровичу, скажіть, будь ласка, місячник добровільної здачі зброї відбувається двічі на рік. Чому така періодичність обрана? Ну, як правило, год починається, розкачуємося після зими, і наступає пора вже такого движення людського, да, там займається більш великий спектр роботи, появляється після зими. Відбувається взимку і навесні, так? Так, да. В осені і навесні. В початку року, да, і, як правило, підтримуємо ми кінець року. В этот период, потому что летний період, если взять, то многие находятся в отпусках, на морях, как бы смысл проводить такую глобальную операцию нет. Поэтому, да, начало года – это весна и осень, как правило, конец года. Тобто все ретельно продумано, так? Да, эти мероприятия проходят уже большое количество лет, я даже уже не могу вам припомнить, с какого числа, это еще начиналось с Министерства внутренних дел. То есть раньше, насколько я помню, проводилось один раз в год, по мере необходимости уже стали проводить два раза в год. И, как видите, результаты, положительная динамика, я говорю, прослеживается. Як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області, захід добровільної здачі зброї та боєприпасів спрямований на те, щоб вилучити у населення нелегальну зброю, боєприпаси, вибухівку. Поліція нагадує, що згідно статті 263 Карного кодексу України, особи, які незаконно зберігають, носять, купують, передають чи збувають вогнепальну зброю, крім гладкоствольної мисливської зброї, без передбаченого законом дозволу, караються позбавлення волі строком від 7 років. Юрію Петровичу, а що відбувається з гладкоствольною мисливською зброєю? Це теж наказуємо. Якщо громадяни будуть хранити незареєстроване гладкоствольне оружие, вони будуть привлечені до адміністративної відповідальності, яка прописана в адміністративному кодексі України. Це стаття 190. Первое. И что она предпочитает, будь ласка? В основном штрафные санкции, ну и изъятие данного оружия с целью там, продажи в дохід держави або знищення. Якщо людина під час місячника добровільної здачі зброї здала мисливську рушницю, чи може вона потім зареєструвати її у свою власність? Конечно, может. Это право любого гражданина Украины. Предусмотрено это законом. Единственное, что там требование идет к допуску к оружию. Это человек, который хочет на себя зарегистрировать, невзирая на пол, это может быть и женщина, и мужчина, должен соблюсти возрастной ценз. Гладкоствольное оружие у нас разрешается иметь с 21 года, нарезное с 25. Газовое с 18, травматическое тоже с 21. Ну и самое важное, это человек должен быть несудим, и медицинские противопоказания у него не должно быть. Это обовязково? Это три таких позиции принципиальных. Ви вже зазначили, що зброя, яка не підлягає в подальшому користуванню, вона підлягає знищенню. І взагалі у нас теж є відеоряд, який надав нам поліція. Ось, будь ласка, ми бачимо на екранах. Юрію Петровичу, прокоментуйте. Це вже... Это уже то, що осталося після механічного повреждення оружия. Ви бачите вже окремі частини його. Сбрасывается в контейнер, и этот контейнер будет направляться в доменную печь для переплавки. Там отделяются металлические части от деревянных частей, режутся, мельчаются. Вот видите, даже там стволы такие длинные, вот это гладкоствольное оружие. Вот я вижу, какой-то обрез там еще находится. Это все потом перемещается в доменную печь, переплавляется на металл, из которого можно изготовлять уже изделия, будем говорить, в мирных целях. Добре, коли зброя перетворюється на щось мирне, а увесь цей процес, він проходить автоматизовано, так?
Да, но при непосредственном, видите, вокруг стоят представители национальной полиции, люди в штатском, это, как правило, служба безопасности Украины, ряд независимых экспертов, и все это проходит под наблюдением. То есть ни одна запчасть, под пыльным наглядом, так? Да, не пропадет из этого ковша, он обязательно опустится в доменную печь и будет переплавлен. І зараз ми бачимо, як все це відправляється саме у доменну піч, і зараз відбудеться переплавка всієї цієї зброї. Да, превратиться в обычный металл, з якого можна буде изготавливать в мирних целях все, що необхідно обществу. Якщо у громадян є незареєстрована зброя або інші подібні речі, куди вони можуть звертатись, щоб її здати? В любой отдел полиции. Самое проще это набрать телефон, вы знаете, 102, который работает круглые сутки. Так же самое, как и отделы полиции работают круглые сутки, есть дежурные части. В зависимости от того, хотите ли вы собственноручно прийти сдать, либо вы чего-то боитесь и переживаете, либо есть случаи, когда люди преклонного возраста, просто им тяжело по улицам идти, тем более с оружием. Вот. Можно набрать телефон 102, объяснить ситуацию, дежурный примет сигнал, зарегистрирует его, и к вам выйдет оперативная группа, которой вы расскажете и напишите заявление о случившемся. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу вам таке питання, я бачу, що ви в міліцейській формі. У мене питання таке, у мене проникають в моє житло бандити, можна сказати. Я зверталась кругом, навіть на гарячу лінію в Київ, в київську поліцію. Ніхто абсолютно мого питання не може вирішити. Сильно порча імущества, а на сьогоднішній день вже вивели котел, який обігріває, пральну машину, а також холодильник, який поколотий, побитий, плитка кафельна, ванна. Страшне, що в домі робиться. Просто прийшли з тюрми люди у дворі. Що вони хочуть, не знаю, але ж знущаються. Це імущество попорчене. Я просто не можу вийти з хати. Що робити? Куди звертатись? А поліція – ноль. Реакції ніякої. Юрію Петровичу, будь ласка, ваш коментар. Ну, як я вже говорив, це телефон 102, обов'язково. Міри будуть прийняті. Втім, глядачка каже, що поліція не звертає увагу на її повідомлення. Если это категория осужденных, как говорит лицо, которое обратилось к нам, значит, у нас все граждане, которые освободились, стоят на особом учете. По-любому их проверяют на дому. По-любому работник полиции должен был обратить внимание. Но бывает всякое. Не все добросовестно относятся, я не хочу говорить, что у нас везде все в порядке. Есть, конечно, и негативные моменты, но если прозвучит ваш звонок на 102, он автоматически записывается. Есть такое специальное устройство. И результат по вашему уведомлению обязательно должен быть. Он регистрируется, и начальник отдела полиции, в который пришел этот звонок, он собственноручно расписывает информацию. То есть, если что-то трапилось, номер телефона... Номер телефона 102, либо попросите соседей, которые могут передвигаться, вы не можете передвигаться или вам трудно это сделать, попросите соседей, выйдет участковый и на дому у вас примет письменное заявление. Либо по телефону информацию, ту, которую вы доведете, она тоже зарегистрируется и будет являться заявлением, на которое надо реагировать. А ми повертаємось до основної теми нашого сьогоднішнього ефіру. Це закінчився на Миколаївщині місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Юрію Петровичу, будь ласка, про що повинні пам'ятати володарі зареєстрованої зброї в першу чергу? Ну, хотілося б, да, пользуясь случаем, обратитися вже к владельцям
различного вида оружия. Ну, прежде всего, конечно, это же правила хранения, правила использования. То есть оружие как может защищать, так может приносить какое-то горе, там, не дай бог, смертный случай. Поэтому надо соблюдать все правила. В домашних условиях хранить оружие обязательно в сейфе, обязательно он должен быть закрытый, и обязательно ключ должен находиться только у вас. Никому передавать ключ от сейфа, чтобы было проникновение открытое, нельзя. Это наказуемо. Ну и при использовании, это, как правило, охотники. Прежде чем совершить выстрел, вы должны быть уверены 100%, куда вы стреляете. Если не уверены, там, например, показалась, например, там в камышах дичь какая-то, пока вы ее не увидите, стрелять нельзя. Потому что это может быть тот же напарник ваш, который загоняет эту дичь. Вот. Ну, тобто були такі випадки, коли траплялись неприємності під час полювання, так? Такі случаї, вони регулярні. І в основному случаються на охотах. І прежде всего, це вина тих людей, які відносяться легкомисленно к использованию оружия. Где проходит организация охоты на должном уровне, где выступает егерь, где ведется расчет охотников, нумерация их, кто где стоит, линия отстрела. Как правило, там не случается неприятных случаев. А там, где это все проводится по знакомству, как говорится, по дружбе, ну и получаются казусы такие. Поэтому очень внимательным надо быть. Прежде чем выстрелить, надо быть очень-очень внимательным. Скажите, будь ласка, Юрий Петрович, чи є у вас дані, скільки осіб звільнено від кримінальної відповідальності за добровільну здачу зброї або боєприпасів? Все граждане, которые сдали оружие и в весенней добровольной сдаче, и в осенней, это порядка 117 единиц, которая незаконно хранилась. Все они освобождены от какой-либо ответственности, и от криминальной, и от административной. Як потрапляє зброю до рук цивільних осіб? Чи є серед тих, хто добровільно її здає, військові? Можливо, ви наведете приклади? Ну, по Ніколаївській області таких прикладів не було. Но наша сусідня область Херсон при проведенні стрільб воїнською частиною, після завершення, вірніше, стрільб, був обнаружен пістолет ПМ. При проверке ответственного за стрельбы оружия личного состава оказалось, что этот пистолет никому не принадлежит. Соответственно, была надана информация в национальную полицию, выехала оперативная группа, этот пистолет изъяла, и проводится оперативное мероприятие по установлению, по номеру, может быть, либо по извещением воинских частей, у кого пропало оружие. Идет такая вот работа кропотливая. Ну, такой факт есть. Яка відповідальність передбачена, якщо людина ухиляється від добровільної здачі зброї? Ну, как вы уже сказали, хранить оружие – это уголовно наказуемо. Если это гладкоствольное, значит, это административно наказуемо. Поэтому не испытывайте судьбу. Если у вас есть даже не оружие, а есть информация о возможном хранении незарегистрированного оружия, будьте добры, известите органы национальной полиции. Тем самым, может быть, вы убережете чью-то человеческую жизнь. Если людина захочет сдать зброю не в период такого месячника, это сложно делать? Чи доведеться больше пояснювати, звідки ця зброя взялась? Ну, проводится мероприятие добровольной сдачи оружия два раза в год, но если человек добровольно обратится в органы национальной полиции с информацией, либо с оружием, которое добровольно сдает, он автоматически освобождается от ответственности. Единственное, что, конечно, он должен уразумительно пояснить, где он это оружие взял. Юрію Петровичу, ми знову бачимо ваших співробітників, і вони тримають в руках вибухівку, так?
Да, это по оперативной разработке был проведен обыск у жителя города Николаева. И видите, как видите, обыск дал свои плоды. То есть было обнаружено несколько гранат, очень много патронов 5,45. Вот сейчас даже эксперт открывает, видно, да, гранаты, упакованные в армейском таком саквояже. Явно, что где-то они были или краденые, или с целью сбыта. Вот патронов 7,62 на 54, это винтовочный патрон, очень серьезный такой калибр. То есть, если люди добровольно не сдают, то получается вот такие вот кадры у нас. Национальная полиция проводит обыск и изымает. Вот здесь уже граждан, которые хранили боеприпасы и все, что эксперт вот изымает в пакете, они будут обязательно привлечены к криминальной ответственности. Обязательно. Поэтому, чтобы этого избежать, необходимо это все добровольно выдавать. Тобто, якщо людина добровільно не здає, то є перспектива потрапити на обшук? Да, інформація просачується, починається оперативна робота і в кінцевому ітогі закінчується от такими кадрами, як ми з вами тільки що бачили. А скажіть, будь ласка, чи є серед зданої зброї, яка була задіяна в здійсненні злочинів? Ні, протягом цього року із всіх одиниць зброї вона обов'язково проходить експертизу. Жодного факту не підтвердило, що вона використовувалася в кримінальних яких діях. Наскільки охоче миколаївці розстаються зі зброєю? У вас є такі дані? Ну, як розстаються з оружием? Ну, во-первых, це їхній гражданський долг. Во-вторых, нам закон дает право регистрировать на того гражданина, который сдал добровольное оружие, он дает право ему зарегистрировать на себя и стать полноценным владельцем. То есть, как бы тут государство идет навстречу гражданам, давая им возможность не быть привлеченим к кримінальній или адміністративній ответственности. Чи можна порівняти обсяг зброї, яку здали під час таких місячників, з обсягом зброї, яка вилучається у злочинців та правопорушників? Ну, аналіз такий провести я не можу, тому що ми, розрішительна система, в частності, займається легалізованим оружием. Це то оружие, яке стоїть на учеті. То, что изымается, это разработка оперативных служб. Соответственно, там немного секретной информации есть. Но знаю одно, что добровольная сдача оружия, чем больше сдают граждане оружие, тем у нас появляется больше шансов стабилизировать эту криминальную ситуацию. То есть, когда оружие стоит на учете, оно использоваться в противоправных целях не будет. І можна сказати, що місячники добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки, вони впливають на криміногенну ситуацію. Да, да, положительна динаміка йде в цьому. І спасибо, звісно, гражданам, ті, які відкликнулися на проводиму операцію, ті, які здали оружие. Ну, і я думаю, що вони поділяться своїм опытом зі своїми товаришами, друзями, може бути, родственниками, що оружие не надо, чтобы находилось в жилище не зарегистрированное, потому что рано или поздно, знаете, что справедливость восторжествует, и потом уже будет как бы назад необратимые последствия. Наступает криминальная ответственность, административная. Чтобы это избежать, лучше, конечно, сдать его. Навіть якщо місячник добровільної здачі зброї не триває? В любое время, если есть информация, либо факт такой, обращайтесь, вы будете освобождены от будь какой-то ответственности, и тем самым, выполнив свой гражданский долг, какую-то лепту в это тоже внесете, что мы на шаг, там, на полшага обезопасим наших граждан
от можливих последствий. Юрію Петровичу, спасибі. Часу більше немає. Сьогодні ми говорили про те, що завершився на Миколаївщині місячник добровільної здачі зброї, вибухівки та боєприпасів. На все добре. До свидання.